Друзья, всем привет! Сегодня я хотела поговорить о манго, об этом экзотическом и удивительном фрукте. Вот. Его, конечно, у нас можно не часто увидеть на прилавках, но все-таки больше, я считаю, в зимнее время он у нас появляется. И он обладает достаточно большой, пользой. Вот, там очень много витаминов, минералов. Это витамины С и витамины группы В. Много железа, цинка. Манго помогает снять стресс и защищает от вирусов. Так, там содержится бета-кератин, кератин, вернее, который улучшает состояние кожи. Вот, так что если мы будем есть манго, то мы будем молодеть. Также у него есть фенольные кислоты. Вот, фенольные кислоты – это такие вещества, которые характеризуют фрукт и его ароматом и запахом. Ну, вы знаете, да, какой у манго запах. Это просто не оторваться. Вот. Поэтому из-за того, что гликемический индекс у них не такой высокий, 55 единиц, я считаю, его можно употреблять, не боясь там лишней фруктозы, вот, и скачков инсулина. Так что даже если он хорошо даже влияет на сон, если вы хотите крепко спать всю ночь, и видеть приятные сны, съешьте манго перед сном. Вот, и это улучшит, друзья, ваш сон. Смотрите, но если мы сделаем салат из манго и сельдерея, то он может оказать противоположный эффект, так как такая комбинация может зарядить вас энергией на целый день. Поэтому смотрите, с чем лучше сочетается манго и в какое время суток. Поэтому именно салат с сельдереем и с манго, кстати, надо попробовать, можно готовить утром в середине дня, когда вам нужно и именно бодрое настроение, можно сделать такой салат. Также добавить зелень, вот, также и все это будет бодрить вас и тонизировать. Также манго полезна при физических нагрузках. Вот. Это поможет восстановлению мышц. Вот. И поэтому его тоже можно съесть перед тренировкой. Зарядит вас энергией. Так, друзья, предлагаю приготовить из манго вкусное смузи. Вот, я люблю экспериментировать, ну и люблю всегда новые рецепты, меня прям будоражит всегда. Вот, предлагаю вам приготовить, я тоже попробую как-нибудь. Вот, мы берем, значит, стакан, ну не стакан, а режем кубики, один манго режем кубиками, добавляем полстакана кокосового молока, можно добавить листики мяты, если у вас есть, можно замороженный. И один банан. Вот, все это ложим в блендер, значит, измельчаем, и у нас получается такой изумительно бодрящий напиток. Попробуйте и оцените. Я считаю, с низким гликемическим индексом мы можем себе позволить и не наберем никаких лишних килограммов. Вот, можно его пить и вечером, и утром. Друзья, всем хорошего настроения. Наши фрукты нам подарят действительно хорошее настроение. Вот, буду вас дальше информировать, потому что мне эта тема очень, ну, как бы затягивает, потому что как бы всегда говорят, что не ешьте много фруктов, вот, но у нас есть способы, как, ну, типа у них высокий гликемический индекс, вот, ну, манго это не касается, как выяснилось, вот, но мы можем фрукты, ну, я это буду повторять, что есть
после основного приема пищи, и тогда гликемический индекс этого фрукта будет понижаться. Вот такой вам совет. Ну, на этом у меня все пока. Всем хорошего настроения и вкусных, приятных ужинов и завтраков. Пока-пока.